Всенародного Володю. Сон мне, желтые огни, и хриплю во сне я по времени. По времени утро мудренее, но и утро все не так. Нет того веселья, или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Да еще раз. Да еще много, 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 много раз. Да еще раз. Или пьешь с похмелья. Мы предлагаем вашему вниманию фильм о творчестве Владимира Высоцкого «Всенародный Володя». Фильм не биографичен, хотя все творчество Владимира Высоцкого, несомненно, есть его биография. В нашем фильме участвуют люди, знавшие Владимира Высоцкого, и люди, знакомые только с его творчеством. Все они разные, по взглядам, по мировоззрению, но всех их объединяет поэт и актер Владимир Высоцкий. О нем наш фильм. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англетере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: «Да не убей, убьешь, везде найду», мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог. Ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, в пятки, мол, давно ушла душа. Терпение психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришлось трие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. В 60-е годы в театре на Таганке был поставлен поэтический спектакль «Антимиры», вспоминает автор «Антимиров» поэт Андрей Вознесенский.
помню, что на, когда «Берегите ваши лица» был спектакль, ну, его сыграли два раза, вот, смотрите. Вот, это, у меня идея такая была, показать зал. Вдруг в финале поднимали зеркало, и зал себя видел. Это, эффект был сумасшедший. Никто не мог представить, что люди... Ой, ты. Вдруг они себя видят. Вот, но здесь вот они, видите, на финале, вот Володя, вот они смотрят зал, а в зале как раз те люди из номенклатуры, которые запретили этот спектакль. Вот где-то вот здесь они здесь прячутся, видно. Вот, так что... И вот этот спектакль был на Володе сделан, потому что Антимир, он впервые вышел с гитарой на сцену в Антимирах. И там больше 1000 раз они сыграли этот спектакль. И Володя был центром, конечно. Но вот «Берегите ваши лица» уже, он был героем спектакля. На него была написана эта пьеса. И он для этой вещи попросил, что можно, говорит, я напишу ноты специально для этой вещи. И одновременно вставить «Охоту на волков». Ну, мы придумали там сцену, что Америка там. Волки стреляют, Кеннеди убивает. Вот. И это было громоподобно совершенно. И это одна из причин, почему запретили спектакль, была, конечно, были эти волки. Там было еще много политики всякой антисоветской. Вот. Но мне сказали, когда там на верхотуре люди сказали, знаете, что давайте уберите волки, а там посмотрим, может, мы оставим спектакль. Но это же нельзя было делать, понимаете? Так что, конечно, мы волков не убрали. И спектакль сгорел, хотя это был самый красивый, наверное, были самые более политически вредные для советской власти спектакли, как Кузькин, там еще что-то. Вот, но самый красивый, упоительный спектакль был. И Володя там пел, читал стихи. Потом мы этот спектакль раскулачили, и куски его пошли в Антимир. И вот провал, прошу провал, так получилось в Антимирах. И пошли меня Господь второго, так вошли в Антимирах. И поэтому Шемякин, когда он первое собрание сочинения Володина издал, спасибо ему за это, и он уже с пленок взял этот текст, считая, что это текст Володи. И так это как Володины стихи входят в книгу, пускай они так у него останутся. Вот я счастлив, не то слово, а просто дай Бог, чтобы они были у него. Значит, стихи такие. Ни славы и ни коровы, ни шаткой короны земной пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни денег, ни орденов. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок. Ни славы и ни коровы, ни тяжкой короны земной. Пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок, чтоб было с кем басоваться, аукаться через степь для сердца, не для овации, на два голоса спеть, чтоб кто-нибудь меня понял нечасто, ну хоть разок. Из раненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему Бог второго, такого, как я и он. Володя, я не очень очень хорошо говорю по-русски, но несколько вопросов можно, да? Да, пожалуйста. Кто пишет ваши песни? Я сам пишу песни. Я вообще, это же не песни, это такие
куплеты под гитару, в общем. Это и я пишу тексты, и сам сочиняю музыку на них, и сам пою, и стараюсь петь их только сам. Я, потому что это мое, и я, значит, как хочу, так и пою. И другие люди могут спеть лучше, но не так. И вообще я не люблю, когда, вот, например, мои песни поют другие, либо певцы, исполнители, вот так. А сколько песен вы уже писали? Ой, очень много. Ну, я давно уже пишу, лет, наверное, 10. Наверное, ну, сколько? Ну, 600. 600? Думаю, что да. И о чем? Ну, они совсем разные, вы знаете. Это, не знаю, про жизнь. Хотя в разных жанрах, так сказать, иногда сказки, иногда бурлески, шутки, иногда такие просто, ну что ли, намаршевые ритмы, такие выкрики. Ну, это про всякие, ну, про наши дела, про нашу жизнь. И про мысли свои, что ли, про что я думаю. Есть у вас такая традиция уже? Так. Ну, что значит традиция? Вы имеете в виду, есть ли у меня какой-нибудь там кредо, что... Ну, это про это лучше не говорить. Это надо слушать песни и самому как-то делать выводы. Потому что если бы я мог сформулировать, чего я хочу и о чем я думаю, я бы тогда их не писал, а просто написал бы на бумажке несколько строк. Что вот я считаю, что должно быть так, 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 так и так. И на этом бы закончил. Вот. А если я их пишу, эти самые песни и тексты, то, значит, наверное, так же долго... Нужно рассказывать, сколько они будут звучать. А 600 песен будет звучать, ну, я думаю, пару суток. Ну, как буржуазный корреспондент, я могу спрашивать провокативный вопрос. Ну, давайте, да. давайте. Хорошо. Нравится вашему начальству ваша песня? Нет начальства. Нет, это как раз это не провокационный вопрос. Я думаю, что... Били в Западе? Я был, да, я был несколько раз назад. И в ФРГ тоже? И в ФРГ тоже, но, к сожалению, проездом. Но, во всяком случае, я все-таки некоторые интересные города, как, например, Кёльн, я видел неоднократно. Был у меня даже там есть такие сентиментальные места, где я люблю бывать. И был я еще в нескольких городах, из которых больше всего запомнился Гёттинген. Угу. Тоже проездом, правда, но все-таки я там провел... 2 дня и ночь. Вы тоже большой, великий актер. Ну, как ваши самые любимые роли? Ну, всегда, наверное, каждый последний, но у меня есть любимая роль. Даже не одна, а две. Я люблю Гамлета, которого играю, и Галилея, брехтовская пьеса Галилей, где я играю Галилея. И что вы хотите еще играть? Я не знаю. Я не могу вам сказать. Ну, я бы, например, хотел... Есть у меня одна. Я хотел бы Калигулу сыграть. Есть такая пьеса, Камю. Калигула. Вот. Да нет, много ролей, которых можно было бы сыграть. Но меня это сейчас так особенно... Не особенно интересует. То, что я буду там играть в будущем. Потому что я, наоборот, сейчас хочу больше заниматься писанием и вот этим делом, чем... Скажем, сцены. Это для вас, что это важное? Это песни или... Ну, раньше я говорил, что одинаково и то, и другое, но теперь мне кажется, что все-таки песни и стихи. И почему? Ну, потому что я сам это делаю, а актерская профессия – это всегда исполнительская. Над тобой еще есть люди, режиссер, автор, потом начальство и Господь Бог. Ну, что вы хотите еще сказать? Песню? Что я еще хочу с песнями смотреть? Я не знаю, как будет идти. Я еще точно не знаю, что я скажу. Чего-нибудь скажу, наверное. Вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске,
что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на зиму. Если только можно, Алла, отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не в поле перейти. Одной из самых ярких ролей Владимира Высоцкого в театре на Таганке несомненно является Гамлет. В 1971 году премьера Гамлета. Исторический факт, и не только для Таганки, как оказалось, вспоминает импресарио Владимира Высоцкого Валерий Янклович. Я твердо убежден, что Гамлет в последние годы его жизни был абсолютно, так сказать, идентичен с его личной жизнью. Это вечный выбор, и я даже помню случай, когда мы ехали с ним на машине, оставалось там, должен был Гамлет быть, и мы опаздывали на спектакль, и там без 10, мы где-то еще там в районе проспекта Мира, и он всегда говорил, я не понимаю, как это артист вот готовится к роли. Вот, за час, за два, я всегда готов играть Гамлета, вот всегда, в любой момент я готов к Гамлету. Пусть не хандрит, приложим все усилия. Поставь. Вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно умереть, уснуть, уснуть и видеть сны. Вот ответ. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны, и видеть сны. Я думаю, что единственная роль была по-настоящему близка. Вот с полной убежденностью, потому что когда возник однажды вопрос, что там будут вводить другого артиста, вот это, пожалуй, единственный раз я увидел, как он боролся просто за это дело, чтобы этого не было. Просто боролся всеми доступными способами. Потому что это было личное для него оскорбление. И если от других ролей он готов был отказаться в любой момент, потому что уже ему это мешало, от Гамлета, даже когда он собрался уходить из театра, это единственная роль, которую он оставил за собой, относился к ней свято. Мне трудно сказать, есть шероховатость, нет, я не совсем точно понял вопрос, но я могу только с полной ответственностью, убежденностью сказать, что Гамлет внутренне был очень ему сродни и близок. Поэтому это был его личный Гамлет, может быть, не похожий на любые другие трактовки. И если посмотреть на последние записи, вот там несколько кадров есть у Солдатенкова, то там уже видно, насколько он просто на разрыв работает. Это очень ему близко и понятно, что Гамлет, который говорит, что ему в этой жизни, как поступить и что сделать, и вообще для человека понятие выбора, его Гамлет не был прямолинейный, и у него не было готовых решений, что и как в этой жизни произойдет. Он всегда был, как и он в жизни, в раздумии, и всегда искал этот выход, что же, как поступить, что сделать, что, где главное в этой жизни. Он не был судьей. Я только малость объясню в стихе, но все я не имею полномочий,
Я был зачат, как нужно, во грехе, в поту и в нервах первой брачной ночи. Я знал, что, отрываясь от земли, чем выше мы, тем жестче и суровей, я шел спокойно прямо в короли и вел себя наследным принцем крови. Я знал, все будет так, как я хочу. Я не бывал в накладе и в уроне. Мои друзья по школе и мечу служили мне, как их отцы, короне. Не думал я над тем, что говорю, и с легкостью слова бросал на ветер. Мне верили и так, как главарю, все высокопоставленные дети. Пугались нас ночные сторожа, как оспою болело время нами. Я спал на кожах, мясо ел с ножа, и злую лошадь мучил стременами. Я знал, мне будет сказано: царуй, клеймо на лбу, мне рог с рождения выжег. Я пьянел среди чеканных сбруй, был терпелив к насилию слов и книжек. Я улыбаться мог одним лишь ртом, а тайный взгляд, когда он зол и горек, умел скрывать воспитанный шутом. Шут мертв теперь, аминь, бедняга Йорик. Но отказался я от дележа наград, добычи, славы, привилегий. Вдруг стало жаль мне мертвого пажа. Я объезжал зеленые побеги. Я позабыл охотничий азарт. Возненавидел и борзых, и гончих. Я от подранка гнал коня назад и плетью бил загонщиков и ловчих. Я видел, наши игры с каждым днем все больше походили на бесчинство. В проточных водах по ночам тайком я отмывался от дневного свинства. Я прозревал, глупее с каждым днем. Я прозевал домашние интриги. Не нравился мне век, и люди в нем не нравились. Я зарылся в книги. Мой мозг до знаний жадный, как паук, все постигал, недвижность и движение. Но толка нет от мыслей и наук, когда повсюду им опровержение. С друзьями детства перетерлась нить. Нить Ариадны оказалась схемой. Я бился над словами «быть, не быть», как над неразрешимою дилеммой. Но вечно, вечно плещет море бед. В него мы стрелы мечем, в сито проса, отсеивая призрачный ответ от вычурного этого вопроса. Зов предков, слыша сквозь затихший гул, пошел на зов, сомнения крались с тылу, груз тяжких дум наверх меня тянул, а крылья плоти вниз влекли в могилу, в непрочный сплав. Меня спаяли дни, едва застыв, он начал расползаться. Я пролил кровь, как все, и как они, я не сумел от мести отказаться. А мой подъем пред смертью есть провал. Офелия, я тленья не приемлю, но я себя убийством уравнял с тем, с кем я лег в одну и ту же землю. Я Гамлет, я насилие презирал, я наплевал на датскую корону, но в их глазах за трон я глотку рвал и убивал соперника по трону. А гениальный всплеск похож на бред. В рожденье смерть проглядывает косо, а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса. Народный артист России Александр Пороховщиков. Актер, который много лет работал на сцене театра на Таганке вместе с Владимиром Высоцким. Ну, во-первых, я хочу сразу точки над «и» поставить. Я буду рассказывать, если меня спрашиваете, на правах, так сказать, товарища по сцене, потому что я никогда другом Володи не был, так как у него сейчас много тысяч уже друзей появилось. Я был просто его товарищ, коллега по работе,
были в очень хороших отношениях, и меня Володя интересовал просто вот как всякий большой талант, он интересен. Но мне он интересен всегда был не на сцене, это само собой, как говорится. А вот когда он приходил в гримерную к себе и знал, что его никто не видит после спектакля или после репетиции, и вот я за ним наблюдал через какую-нибудь щелочку. Вот это самое потрясающее, так сказать, то, что я помню. Я сразу видел, что такое Владимир Высоцкий, что такое настоящий большой талант. То есть я еще раз убедился, что, видимо, это, ну, любой талант, ему свойственно одиночество. Он был одинокий человек, хотя, как говорят, друзей много было. У меня так ощущение сложилось, что он был очень одинокий человек. Он, когда садился у себя в гримерный, мокрый весь, пот течет, и совершенно другой человек. Просто старый человек сидел, замученный. А та атмосфера, которая в театре была, ну, я не могу ничего плохого сказать, потому что то время для меня и театр, и сам режиссер Юрий Петрович Любимов, и вот, так сказать, сама личность Владимира Высоцкого. Ну и вообще там коллектив был замечательный. Сейчас как бы все расползлось по ряду причин. Но это было замечательное время, я вспоминаю всегда его с удовольствием, и сразу как-то на душе становится тепло. Потому что это было время настоящего творчества. Когда смотришь на крупного именно человека, крупного по содержанию внутреннему, пытаясь внутрь заглянуть, так сказать, вот внешние какие-то атрибуты меня не затрагивали. Потому что я почему говорю, что настолько это комета просто была, это комета. Недаром есть книжка, которая называется «Нерв», по-моему, да, такая толстенькая. Вот. Это действительно, это, когда я его видел, он все время был в таком возбужденном состоянии. То есть такие люди долго не живут. Просто я смотрю, в какой ритмике этот человек пребывает, понимаете? Вот это отличительная черта вообще очень больших талантов. Потом он гражданин просто был еще. Он реагировал очень чутко на все происходящее кругом. Болезненно. Понимаете, Вадим? Ну, а та сторона, что часто говорят, что он там выпивал, это я вообще опускаю, я не люблю даже про это слушать. Понимаете, вообще копаться в этом не нужно. Значит, надо было так, значит, свыше. Богу было так угодно. Лучше бы другие пили бы и писали бы так, как он. А то не пьют и ничего не пишут. Ну вот. Ну, человек он был разный. Я не могу о нем много рассказывать, потому что о себе он столько сказал, что тут добавление все это бессмысленно. Просто я Володю всегда определял для себя, ну вот, если с цветами сравнивать, самый мой любимый цветок – розы. Вот как бы талант, вот так я определяю, пока доберешься до цветка, все пальцы обкуришь, потому что там все иголки. Вот такой вот Володя был. Пока ты доберешься до внутреннего состояния этого человека, чтобы он открыл свое сердце, он бы тебе доверился, поверил тебе. Вот он очень был резкий человек. Мог обидеть, не специально, как бы проходя. Но если его творчество вас задевало, его бытие человеческое вас задевало, не надо было обижаться на это. Знаю, что его очень раздражало и больно ему было, потому что было очень много зависти кругом. Я не люблю фатального исхода от жизни, никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу вспышки.
летнем виде версии червей сомнения, почечки иглу, или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль чести наветы за глаза, когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста я не люблю насилие и веселье. Вот только жаль распятого Христа, я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют, я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют, я не люблю манежи и арены. На них миллионы меняют по рублю, пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. С самого начала, когда я только начал писать песни, больше всего это распространялось. Я вообще начинал писать, никогда не рассчитывая на большую аудиторию. Я не думал, что у меня в будущем будут какие-то дворцы, залы, там, стадионы, и здесь, и за рубежом. Я никогда это не предполагал. Я думал, что это будет написано и спето только для маленькой компании моих близких друзей. Компания была хорошая. Это лет 15 тому назад. Мы жили в одной квартире у режиссера такого Мосфильма Лёвы Кочеряна. Там были из тех, которых вы знаете, людей. Это были Вася Шукшин, которого больше нет. Сам Лёва, который тоже умер. Был замечательный человек, который любил жизнь невероятно. Там был Андрюша Тарковский. Там был такой писатель Макаров. И вот для них я пел эти песни. И первый раз я помню Лёва Кочерян, мой друг, который сказал: подожди одну минуту, и нажал на магнитофон. И так случилось, что первый раз это было записано на магнитофон. Тогда никто не обратил на это внимания, ни один человек не думал, что из этого получится дальше. Но случилось так, что кто-то это услышал, захотел переписать, и началась вот такая, ну что ли, такое триумфальное шествие этих пленок повсюду, повсюду, повсюду по Союзу. Корабли постоят и ложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоды. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет
и полгода. Актер, композитор и режиссер Анатолий Васильев. Один из тех людей, с которых в 1964 году и началась история театра на Таганке. С Владимиром Высоцким его связывает не только многолетняя работа на сцене, но и добрые дружеские отношения близких по духу людей. Вот в старом театре, который сейчас разрушен, уже практически все там перестроено за много лет, была такая гримерная. Это бывшие были номера проституток, это же был публичный дом в свое время, до революции, конечно. Вот. И там очень странно, там в углах были такие амурчики, легкомысленные, голенькие такие. А здесь почему-то не было, потому что это было потом перегорожено, и часть этого будуара чьего-то бывшего перешло в соседнюю гримерную. В этой гримерной, она, кстати, ну, раза полтора, может, больше этой комнаты, сидело 11 человек. И мы с Владимиром сидели, как входишь сразу в стол Владимира, и следующий стол мой гримерный. И вот мы так просидели с ним, ну, практически до, когда началась трансформация уже, начали перестраивать театр. У меня хронологически очень тяжело, у меня тут такой хронологический идиотизм. Но, во всяком случае, где-то лет 7-8, уж наверняка, сидели. Вот рядышком все время. Поэтому и трепотня, и все, и разговоры. Но отсюда же и, ну что, он написал новую песню какую-то. Он мгновенно всегда мчался обязательно. Ну, я там песню написал, тут же хватался, значит, и играл песню. Ну, как-то, ну да, ну что там, всякие нейтральные полосы, там все прочее. Смешные, не смешные, разные. Но у меня, вот в силу вот этого существования такого рядышком, локоть об локоть, как-то, ну, большое видится на расстоянии, и так далее, все эти довольно обычные размышления. Вот. И, естественно, и у меня так было, тем более, что тут же слышали другие, какие-то песни начинают спеться и всеми вместе, хором, сказать, нейтральную полосу мы горнали все вместе всегда, особенно припев. Вот. И вот однажды, почему мы оказались вдвоем в этой гримерной, я не помню. Я думаю, что и он, и я пришли раньше перед спектаклем. Почему-то. Потому что я помню, что были одни. А был день. То есть на улице было светло. У меня эмоциональная память хорошая, хронологическая плохая, эмоциональная хорошая. И вот он ворвался, говорит, слушай, тут такую песню написал. Сел и запел. Кто-то высмотрел плод. Тут трудно сказать, на меня ли легло, или на меня ли не легло, вообще что произошло, понять не могу. Потому что, когда он ее спел, а длинная песня, в отличие от многих, которые он это писал, они, ну, довольно относительно короткие, а эта песня длинная. И он, когда ее спел, я говорю, Володь, а слушай, а можешь еще раз спеть? Он говорит, да. Я говорю, еще раз спой. Тут что-то странное произошло, понимаете, потому что я, тут трудно, можешь, конечно, покопаться во всей этой эмоциональных делах, но просто помню, что она меня, ну, потрясла, это не те слова, тут слова трудно подобрать. То есть здесь произошло какое-то качественное мое, какое-то отношение вот к тому, что делает Владимир. За счет, конечно, потрясающего текста. Послушать, что он делает там со словами. С обычными словами, которые валяются вот под забором, как говорила Ахматова, да? И что он с ними творит? Обычные слова. Вот на кухне мы так разговариваем. И что он из них там, какой фейерверк этих вот... Фантастика, просто фантастика. И вот это, моему отношению к его поэзии, послужила эта песня именно вот эту. Вот высмотрел плод. Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел, и что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой нелады, нелады, и со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с нотой до, но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил.
смешно, не правда ли смешно, смешно. А он шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор. Из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле едва приступил, приступил. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до. Но не добрался он не до, не до догадки, не до дна, до дна. Не докопался до глубин, и ту, которая одна. Недолюбил, 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 недолюбил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он спешил, не доспешил, осталось недорешено. Все то, что он недорешил, ни единою буквой не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. И писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, дают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки град он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не то. Не добежал бегун, беглец, беглец. Не долетел, не доскакал. А звездный знак его телец холодный млечный путь лакал. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. Когда секунд не достает недостающее звено. И не долет, и не долет, и не долет, и не долет. Смешно, не правда ли? Ну вот. И вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? По чьей вине? После ухода Владимира Высоцкого появилось множество публикаций, где своими воспоминаниями о поэте делились люди, многие из которых даже не были с ним знакомы. А истинные друзья Владимира Высоцкого оставались в тени. Актер театра и кино Всеволод Абдулов был, пожалуй, самым близким другом Владимира Высоцкого. Володя Высоцкий был моим другом. Другом с большой буквы. В том понимании дружбы, как в рыцарских романах, романах о рыцарях круглого стола. Я мальчишкой мечтал о том, как я буду жить, как я буду дружить. Для меня понятие дружбы с детства было невероятно важным. Но мы подружились, чтобы никогда потом не думать о возрасте, не решать, кто старше, кто младше. Так сложилась жизнь у нас, что чаще он бывал старшим. Иногда обстоятельства складывались так, что мне приходилось оказываться старшим в наших отношениях. Но
Но мы с ним не расставались последующие 20 лет и один месяц. До июля 80-го года. Мы работали с ним на радио, и мне посчастливилось работать с Володей в кино. Например, и в одной из последних его работ место встречи изменить нельзя. Ну-ка, поведай, как становится миллионерами. Ты не поверишь, я ребятам этом рассказывал. Вчера, ну, просто так, от скуки, что время убить, проверяю тираж. Ну, ладно, в общем, смотрю, серии сходятся. Ну, разумные, полтинник, шутка ли? Что, ну, я номер проверять боюсь. Ну, правильно, а то потом по остальным номерам выпало. Я вышел покурить, отложил газетку. А сердце так и бьется. Слышь, зову Зинку. Какую Зинку? Ну, жена моя. У нее рука легкая. Я говорю, Зин, Зина, иди проверь номер. Так. Ну, и все сходится. В общем, не каждому так выпадает. Ну, еще судьба, она тоже умная, она ведь достойных ищет. Ну, а как тратить собираешься? А, были бы гроши, как тратить, нет вопроса. Ты не скажи, Петюня, как это нет вопроса? Ты знаешь, это дело серьезное, тут подход нужен. Вот, например, Федя Мельников из Комендантского. Из Комендантского. Вот он выиграл перед войной ЗИ-101. Ну, и вот что? Он поступил достойно. Он просто счел невозможным в такой трудный для страны момент пользоваться личным автомобилем. Ну и? Ну и сдал его в Освеохим. Вот так вот. Ну и война-то-нибудь давно кончилась? Государство специально разыграло тираж людям, хотя бы облегчение сделать. А? Понастрадали за военные годы-то. Ладно, товарищ Жеглов. Я с Освеохим-то больше нет. Так что, товарищ Жеглов, мы с тобой люди умные, должны понимать. Да нет, Соловьев, только ты умный, а я так погулять вышел. Он никогда никому не навязывал ничего. Он никогда не режиссировал, он не считал себя вправе делать замечания своим партнерам. Никогда. В голову такое не могло прийти. Но глобальность, неистовость его отношения к работе не могла не передаваться окружающим. Володя был по-настоящему мудрым, невероятно далеко вперед видящим человеком. В его голове выстраивались какие-то, рождались невероятные связи, невероятное озарение, близкие к гениальности. Что тоже видно по знакомству просто с его поэтическим наследием. И в то же время этот был невероятно легкий, радостный человек. Дела. Меня замучили дела. Каждый день дотла. Сгорели песни и стихи. Репетень. Весь год жила-была и вдруг взяла, забрала и ушла. И вот такие грустные дела у меня. Теперь хоть целый вечер подари. Поверь, я буду только говорить. И из рук вон плохо шли дела, у меня шли дела. И вдруг сгорели пламенем дотла, не дела, а зола. Весь год она жила, и вдруг взяла, забрала и ушла. И вот опять веселые дела у меня. Теперь хоть целый вечер подари. Поверь, не буду даже говорить. Вечер подари, поверь, не буду даже говорить.
многие люди, которым посчастливилось в той или иной степени общаться с Володей, говорят, он очень изменился в последние годы. Хочешь сказать, братцы, может, это вы изменились в последние годы, и Володя не изменился по отношению к вам. Я несла свою беду по весеннему по льду, подломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, за острые края задержалась, за острые края задержалась. И беда с того вот дня ищет по свету меня, слухи ходят вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, знала голая ветла, и еще перепела с перепелками, еще перепела с перепелками. Кто ж из них сказал ему, господину моему, только выдали меня, проболтались, и от страсти сам не свой, он отправился за мной, а за ним беда с молвой увязались. Он настиг меня, догнал, обнял, на руки поднял. Рядом с ним в седле беда ухмылялась, но остаться он не мог, был всего один денек, а беда на вечный срок задержалась, а беда на вечный срок задержалась. Пьяный ветер на скрипке звенит, и в Париже гуляет Монмартр, а Москва на Таганке стоит у распахнутой двери в театр. Воровато смеялась жара, пот стекал со взлохмаченных крыш, суетились вокруг доктора, и росой умывался Париж. Париж, Дезон, Лафит, ночь вьется у окна, в листве каштанов спит озябшая луна. А над Москвой плывет уставший баритон, и в прерванный полет спешит гитары стон.
треском глушат заморский эфир, а в отечестве снова молчок. Принца Гамлета встречает Шекспир на подмостках с горящей свечой. Это значит, что снова в пути, и не надо граничить итог, а в открытые души войти по исхоженным нервам дорог. Париж, Мезон, Лафит, ночь вьется у окна, в листве каштанов спит озябшая луна. А над Москвой плывет уставший баритон, и в прерванный полет спешит гитары